Человеческая мысль породила эту симфонию из металла, фарфора и стекла. Все вместе называется сверхвысоковольтный электронный микроскоп. Сюда строго воспрещен вход городскому шуму. Специально очищен воздух. Под колпаком электронной пушки зарождаются электроны. Высокое напряжение разгоняет их почти до скорости света. Космическую скорость ракет здесь с улыбкой считают черепашьей. Тишина и покой нужны для точной наводки электронного луча на мельчайшую частицу наблюдаемого объекта. А объект невозможно увидеть даже под обычным микроскопом, настолько он мал. Этот микроскоп создал Николай Михайлович Попов. Электронный глаз проникает в тончайшие структуры пластических масс, металлов, минералов и болезнетворных бактерий.